И всем доброго времени суток, народ. Sandbox Market, и сегодня у нас 11 марта. Я хочу показать топ-4 сайта, на которых я зарабатываю. Они подойдут для новичков. Двух из них вы можете заработать совершенно без вложений, и две будут игры, на них можно зарабатывать с минимальными вложениями. Так, первый сайт — расширение Teaser Fast, второй сайт — расширение Teaser Star, так, третий сайт — это игра CryptoNet, и четвертый сайт — это игра MyFarm.pro. Получается, я уже снимал обзорчики про них, у меня есть они на канале, я оставлю подсказки на видосы, ссылочки. Получается, сегодня я сделаю выплаты с них, все вам покажу, а потом расскажу, как на них зарабатывать. Так, теперь, народ, проверяем на выплаты. Teaser Fast, первый сайт, подводить на Payer. Нажимаем вывести. Здесь также можно вводить на WebMoney. Успешно выполнен перевод. Переходим в Payer, обновляем. И видим, что денежка пришла. 96 рублей 20 копеек с расширением Teaser Fast. Следующее расширение — это Teaser Star. Так, нажимаем вывод. Обязательно настройка, введите на платежные реквизиты. Здесь можно вводить на Payer. Минимальная сумма выплаты 5 рублей. Буду вводить 9 рублей. Так. Нажимаем вывести. Выплата успешно выполнена. Вот моя первая выплата. Давайте проверим, платит или нет. Обновляем. И денежка пришла. С расширения Teaser Star. Так, следующий сайт — игра CryptoNet. Переходим в кабинет. Заказываем выплату. Здесь также можно вводить на телефоны, Яндекс, Киви, Payer, карты. Вбиваем сумму. 141 рубль. Кошелек Payer. Заказываем выплату. Здесь я очень много раз выводил. Успешно выплачено. Переходим в Payer, обновляем. И денежка пришла. 141 рубль. Все четко. Следующий проект — MyFarm.pro. Игра «Долгожитель», работа 617 дней. Нажимаю «Вывод». Здесь можно выводить на Payer, Яндекс, Киви. Я буду на Payer. Так. Выведу, получается, я 3800 серебра. Здесь, получается, это внутриигровая валюта. 100 серебра равен 1 рубль. Здесь очень много раз выводил. Заказываем выплату. Успешно выплачено. Переходим в Payer, обновляем. И как мы видим, что денежка пришла. С игры MyFarm.pro для Blacksheet 5. То есть все 4 проекта платят. Все четко. На них можно заработать. Так, народ. Теперь хочу рассказать, как начать на них зарабатывать. Первые два сайта — это расширение Teaser Fast и Teaser Star. Для начала переходите по ссылочке в описании и должны зарегаться. Реги очень простые. Потом переходим установить расширение. Здесь, получается, можно установить на Google Chrome, Яндекс, Firefox и Opera. И здесь также регайтесь и установите расширение. Вот так они выглядят. Это у нас Teaser Star. Включаем показ рекламы. Вот так вот. Все отлично. И здесь также на Teaser Fast включаем показ рекламы. И когда, народ, вы будете лазить в интернете, вам будет показываться рекламка. Она может посерединке быть. Также внизу, сбоку будет проходить таймер, и вы за это будете получать денежки. Пускай они такие большие, но все же это хватит на оплату мобильной сети, либо интернета. То есть пассивный заработок, вы там сидите в интернете, смотрите видосы, переписываетесь, и вам капает денежку. Потом ее можно вывести, так же, как я это сделал. Так, также можно давать рекламу свою здесь. Вот. Вот такая рекламка показывается, и за нее платят денежки. Так, то есть здесь вы можете добавить свою компанию и рекламировать свои сайты. Вот, пополняем баланс. Также есть реф-программа, очень щедрая. 5 уровней по 10%. Здесь ваша ссылочка для рекламодателей и для пользователей. И есть задания. Иногда здесь приходят различные задания. Вы можете их выполнить, там, реги в соцсетях, различные просмотры видео. И это будет тоже капать денежка. Расширения эти очень популярны. Здесь также вот есть заработок. Заходим. Установим расширение. Также включаем, как я показал. И все. Вам будет капать денежка. Вот без таймера вот столько. За 5 секунд, за 15, за 30. Вам будет показываться рекламка различная. Тоже есть партнерская программа. Тоже 5 уровней по 10%. То есть расширения эти похожи. Они от одного админа, как я понял.
Так, следующий сайт — это игра CryptoNet и MyFarm.pro. Вот такая рекламка показывается, и сейчас мне зачислят денежку. Все отлично. Также можно включить браузер, он сам будет работать и денежка будет капать. А вы в другом браузере будете уже по своим делам лазить. Покажу на игре MyFarm.pro, как зарабатывать. Вы регаетесь, переходите в настройки обязательно. Здесь установлены платежные реквизиты. Можно Payeer, Kiwi, Яндекс. А да, еще хотел сказать то, что здесь тоже нужно установить платежки. Это платежные информации. Вот она, рекламка показывается. Вот Payeer здесь. А здесь получается в настройках можно установить WebMoney и Payeer тоже. Так, все. В игре вы зарегались. Ссылка будет в описании под видео. Установили платежные реквизиты, потом пополняем свой баланс. Начнем с минималки, например, 100-200 рублей. Через Payeer Forecast может пополниться. Здесь есть различные акции при пополнении, так что это очень круто. Потом переходим в магазин животных. При регистрации курица дает в подарок. Покупаем таких животных. Они вам приносят различные продукты. На фирме вы их собираете, эти продукты, вот так вот. Собрать, вот она рекламка пошла. На рынке вы продаете продукты. 100 продуктов равно на серебро. Все продали. 100 серебра равен 1 реальный рубль. Это серебро также потом можно вывести. Нажимаем вывод и выводим. Потом ваши животные окупаются и приносят чистую прибыль. Также есть реф-программа. Тоже щедрая, очень 5 уровней. Здесь ваша ссылочка для тысячи людей. У меня в команде уже 425 человек, и все они зарабатывают. И вот такие красочные баннеры для привлечения рефералов. Бонус расчет, ежедневный бонус. На покупке вот серебро можете получать. Также серфинг для заработка без вложений, как на буксах. Кликаем по баннеру, переходим на сайт. У вас проходит таймер, вы проходите капчу и за там платят деньги. Все очень просто. Вот она рекламка пошла с расширением, за которое платят деньги. Кольцо фортуны есть, аукцион, лотерея. Тоже можете поиграть, попытать удачу, выиграть серебро. Потом вы его вывести на реальные деньги. Техподдержка, можешь пополнить рекламный баланс и давать свою рекламу серфинг. Так, обменник есть, вы можете менять ссылку на покупки и еще получить плюс 20% сверху. Так, выплаты давайте глянем. Вот выплаты идут, моя выплата прошла, люди выводят, игра платит. А здесь мы зарабатываем, получается, на майнерах. Все то же самое, только здесь не в серебре, а сразу все в рублях. Вот здесь пишется доходность, покупаете майнер, он окупается, например, за 2 месяца и приносит вам постепенно прибыль. Тоже серф-программа, обменник, YouTube бонус даже есть. Так, лидеры дня, суточный бонус и серфинг. Тоже для заработка без вложений. Вот такие вот сайты, они все платят, как мы видим. На них можно работать. Ссылки я оставлю в описании. Смотрите, ознакомьтесь. Заразитесь вместе со мной. Всем удачи и всем профита.